Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні її гостею буде Наталія Петропавловська, голова громадської організації «Захистимо Одесу разом». Вітаю вас! Добрий день! Ну, давайте почнемо. От ми з вами зустрічаємося. У нас був марш єднання, так? Ви теж були там присутні. У неділю планується у нас ще один марш. Відбудеться, і всі гості, які до нас приходили, вони запрошують прийняти в ньому участь. Що це буде за марш? Ну, це буде марш одеситів. Во-первых, это инициатива именно граждан города. Если, скажем так, 16 числа это была государственная разнарядка, и организовывала обладминистрация, ну, как организовали, как смогли, так смогли. Вот. То сейчас это будет марш именно по инициативе горожан. Вот. И там принимают участие инициаторы, там много, в общем-то, общественных деятелей, общественных организаций. И я надеюсь, я приглашаю одесситов принять участие. Это не политическая акция, это акция солидарности. То есть мы должны продемонстрировать всему миру и самим себе, что мы солидарны, и мы поддерживаем друг друга, и будем стоять, если в случае агрессии, а она, в общем-то, никуда не делась, этот сосед у нас никуда не ушел. И, к сожалению, я так понимаю, после вот этого блица, который не состоялся, у нас будет долгая затяжная блокада, которая чревата для Украины экономически, последствиями тяжелыми. Вот порт блокируется, там Черное море, увеличиваются, я знаю, страховые взносы для перевозчиков, там авиакомпании отзывают самолеты и так далее. То есть это достаточно тяжелая ситуация, когда мы находимся в зоне такого напряжения. И поэтому мы должны это осознавать и понимать. И вот как Израиль, да, живет много-много лет, строит жизнь, строит экономику, но живет в условиях постоянной агрессии, опасности. Точно так же мы. Мы никуда не денемся от агрессивного северного соседа нашего. И поэтому мы должны понимать, что вот эта земля Украина – это единственная Богом данная нам земля. Это то, где ты живешь и ощущаешь себя гражданином, где ты можешь на что-то влиять. То есть вот путь эмиграции – это достаточно такой, ну, скажем так, может быть, и легкий путь индивидуальный, но вы никогда не станете в другой стране полноценным гражданином, полноценным, с полноценными правами. То есть, может быть, ваши дети, может быть. Но вот Украина – это та земля, которая нам дана. Это прекрасная земля, это отличная территория, это чернозем, у нас прекрасный климат, у нас нет цунами, да, нет тайфунов и так далее. То есть, это земля, которую мы должны защищать. И вот эта акция, на которую мы выходим, это акция солидарности, что несмотря на разные политические взгляды, несмотря на разные предпочтения, мы будем вместе защищать эту землю. Угу. Если вот возникнет такой критический момент, мы будем вместе защищать. И когда, скажем так, вот Путин, ну, в моем понимании, это шпана из подворотни, да, вот его историческая, так сказать, родина – это ленинградские подворотни. А шпана из подворотни сильных не бьет. Она нападает на слабых старушек. Поэтому, если мы будем сильные, если у нас будет вот единая, так сказать, позиция, то и это таким образом мы отодвигаем или даже вообще нивелируем вот эту вот угрозу нападения. Поэтому я всех призываю выйти в воскресенье в 12 часов на акцию. Этот марш начнется с Соборной площади. И продемонстрировать, сколько вот людей в Одессе готовы защищать свой дом, свою семью, свою родину, свою землю, свою недвижимость, да? Ну, естественно, Украину как государство, которое, в общем-то, нам обеспечивает то, что мы в него вкладываем, кстати говоря. Ну, и, мабуть, у людей, у одеситів не повинно залишатися ніяких ілюзій, так? Тому що у нас є приклад, це Донбас, так? І якщо не хочете, так, щоб Одеса перетворилася на другий Донбас, то, мабуть, треба сьогодні вже якось, знаєте, ну,
вже зробити свій вибір, так? Ти з Україною, ти зі своїм народом, або ти чогось чекаєш? Ну, я взагалі завжди говорю, що не треба будувати ніяких ілюзій, розумієте? І не треба в свій дом, мирний дом, звати якісь танки чиї-то. Порядок треба наводити у себе самі. Вот никто в Европе, никто им не пришел и ничего не сделал. Они сами наводили там порядок. После Второй мировой войны Европа была в руинах. И тем не менее, сегодня люди там живут, и многие украинцы, они же не в Россию хотят ехать. Понимаете, те, кто хотели ехать в Россию, они поехали в Россию за все эти годы. У меня много есть знакомых, которые переехали спокойно, продали здесь квартиры, переехали на историческую родину и прекрасно себя там чувствуют. И на здоровье. Вот. Но украинцы многие хотят ехать в Европу. Ну, естественно, там лучше жизнь. Там условия жизни лучше. Но никто им этого не построил. Они сделали это сами. И мы сделаем это сами. Знаете, как-то есть такая фраза, так вы казали, что это твоя батьківщина, ты тут громадянин, и никто не знает, как будет там за кордоном, так скажем. Как-то говорят, я так, такая расхожа дуже фраза, хорошо там, где нас нет. Да? Да, ну, это понятно. Да. Ну що ж, рухаємося далі. Не можу вас не запитати, бо всіх гостей, які до нас приходять в студію, запитую про новий опорний план, тому що у нас є старий 2008 року, так? І от в Києві інститут київський зробив, було замовлення, обурилися архітектори, насамперед спілка архітекторів, яка була заснована в 2017 році, якщо я не помиляюся, що дуже-дуже багато претензій до цього плану. Деякі навіть кажуть, що там, наче таке враження, що скопіювали, тому що назви міст... Ахтирка, так, от тільки хотіла сказати. І всі дуже занепокоєні двома ареалами, які у нас є, так, що там навіть більш детально зараз будуть розповідати так розмиті. І деякі з наших гостей кажуть, ну таке враження, що його замовили забудовники. Ну, скажем, наверное, ни для кого не секрет, что у нас всю градостроительную документацию городскую так или иначе заказывают застройщики. Ну, во всяком случае, она принимается с учетом их непосредственного участия и учитывая их интересы. Если мы их вспомним, такое же было с генпланом. Единственное, из-за чего общественность согласилась тогда на вот этот вариант генплана, который в 2015 году был принят, это обещание, ну и, собственно говоря, там в генплане есть парк юбилейный, то есть наши склоны от парка Шевченко до 16-й фонтана. Но это обещание не было выполнено, хотя мэр выступал и в 2015 году говорил, я все время это вспоминаю, как он рассказывал, что вот будет вынесены границы парка в натуру, будет парк юбилейный, но ВОЗ и ныне там, границы не вынесены, то есть это обещание не было сделано, выполнено. Более того, сейчас вот в новом опорном плане охраняемый ландшафт, ну это вот эти склоны, у нас уже сузился от парка Шевченко до Аркадии. То есть вот начиная с Аркадии дальше, я так понимаю, что это все планируется и осуществляется, как мы видим, вот и 13-я станция, 8-я станция, и осуществляется застройка. То есть на 16-ю умудрились вообще уже на пляже построить. И даже вот на вот этом промежутке от Ланжерона до парка Шевченко мы видим точечные вот эти моменты. Это вот это здание Рондина, которая долго-долго строилась на спуске санатория «Россия». Рядом там опять началась новая стройка. Потом участок Чкаловского пляжа. Тоже уже проект есть под названием «Санаториум». Это большой кусок. Это от Чкаловского пляжа до, включая вот этот пляж, который освободился Кашвили, да, вот эта лагуна. Это включая туда, значит, там проект есть на достаточно серьезную застройку. И это уже то, что у нас есть сегодня, хотя это вообще противозаконные стройки, это просто нахал строя. А то, что мы видим сейчас в ИОПе, историко-архитектурный опорный план, ну вот он сокращенный ИОП, поэтому я вот буду говорить ИОП, там исторический ареал французского бульвара вообще обрезан
по кромку трассы здоровья. Угу. То есть у нас за трассой здоровья идут террасы, да, а потом намывные пляжи. То есть это же даже не земля, там нет землеустроительной документации. Вот то, что сдается в аренду, это же не земля сдается. Это сдаются берегозащитные сооружения. От пирса до пирса. Потому что это сооружение, на которое намыт песок. Сверху насыпан песок. Это искусственное сооружение. Так вот, у нас в историк... Если раньше, значит, французский бульвар, ареал французского бульвара был до уреза воды, вот ареал, то сегодня он по трассу здоровья. Ну, а мы понимаем, все, что не запрещено, все можно, да? То есть мы предполагаем, и обоснованно предполагаем, вот я сказала, почему, что ниже трассы здоровья море будет перекрыто заборами и многоэтажками. Потому что, как бы, ограничений нет. Но это, как бы, вот такие моменты. Потом порт выносится из территории исторического ареала. Порт, то есть приказ Екатерины II 1796 года об образовании порта и города. Порта и города. То есть порт, угу. Порт, Хаджибеевский порт, который был еще при турках, Хаджибее, это градостроительная основа города. Наши маяки, наша гавань. Почему, собственно, в Одессе, в городе, в котором не было воды? Не было пресной воды. Ну, где строились города без пресной воды? Ну, нигде. Почему именно в Одессе было принято решение вот в этой гавани построить порт? Потому что порт не замерзал зимой. И вот это вот удобное для парковки судов, сначала военных, а потом уже и гражданских, место было избрано, несмотря на то, что в городе не было воды. И 100 лет город просуществовал без воды. Водопроводы у нас появились уже первые вот с дачи Ковалевского, второе уже значительно позднее, через 100 лет после основания города. Ну, основание, не основание, это уже такой вопрос. Но, скажем так, вот после вот этого 1796 угу. года, спустя там 100 лет у нас появляется водопровод. Ну, почти 100 лет, чуть меньше. Вот, поэтому, значит, что дальше по опорному плану? По опорному плану, вот как мы видим, убираются охраняемые зоны охраняемой исторической застройки. То есть это те зоны, которые согласовываются в Киеве, в министерстве. И мы, вот архитекторы наложили старый ареал, на старый ареал наложили новый. И у нас сейчас, значит, пошли по пути такому, что каждый памятник имеет охранную зону. Это хорошо. Это хорошо, и мы давно за это боролись. Но, значит, в данном плане у нас порядка 300 охранных зон. А мы помним, что когда мы принимали только одну охранную зону, это по даче Морозли, даже находясь в Координационном совете, имея там достаточное количество специалистов, мы не увидели всех ошибок, которые там были допущены. И сегодня, вот, собственно, вот дача Морозли, там есть особняк Андреевского, который, в общем-то, ничуть не хуже дачи Морозли, может, даже и лучше его, ну, с архитектурной точки зрения, подпадает, в общем-то, под уничтожение, потому что вот эта охранная зона не учла этот памятник. А тут нам предлагают агулом, не рассматривая, принять сразу 300 вот этих охранных зон. Более того, да, вот когда архитекторы наложили на ареал, исторический ареал, наложили вот эти вот охранные зоны памятников, у нас по краям ареалов высветили шахматки. Ну, я уверена, если мы поедем туда журналистами и проверим вот эти вот не попавшие туда кусочки, то там наверняка есть подходящее место под застройку. Понимаете, это не случайно, эти шахматки у нас возникают. Поэтому, более того, очень много ошибок. Значит, какие были основные претензии к старому плану? Это же у нас, собственно говоря, не новый план, у нас корректировка старого плана, который был принят в 2008 году, с бесконечным количеством ошибок. И вот сейчас эта же фирма, собственно говоря, делает этот план. Причем у нас торги проходили по
ну, по определению заказчика, да, вернее, не заказчика, а исполнителя этого плана. В 2019 году поступало предложение от Львовской политехники, а это фирма, которая очень хорошо себя зарекомендовала по градостроительной... Мы это бачим по Львову. Да, и мы видим это по Львову. У них было предложение на 915 тысяч гривен. Угу. Ну, стоимость проекта. Значит, этот тендер каким-то образом был отменен. И потом на следующем тендере киевская вот эта вот фирма... вышла с предложением 1 700 000, то есть, ну, почти в два раза больше. И каким-то образом это было принято. И потом, значит, им еще дофинансировали еще 600 тысяч. И в результате, что мы получаем? У нас уже два года разрабатывается этот план. У нас вместо проектировщиков, которые должны разрабатывать документацию, фактически работают архитекторы, каждый раз вылавливая ошибки и корректируя их. И у нас уже на сегодняшний день пятая корректировка. И это не последнее. И вот на завтра вдруг объявили градсовет каким-то образом. Почему градсовет? Он много лет не собирался, вдруг его, значит, из нафталина достали и вот собираются обсуждать этот генплан. Ну, вернее, этот историко-архитектурный опорный план. Вот я хочу зауважити, вибачте, от цей же інститут робив опорний план для міста Київ. І там виникли теж суперечки, навіть скандали. І, якщо я не помиляюся, його не прийняли. Ну, это говорит о качестве их работы, потому что вот я пару раз, не могу сказать, что системно, но несколько раз вот запрашивала документацию по памятникам в нашем управлении, управление культуры, да, областное, у них архив. Но я вам скажу, что состояние вот этой документации, ну, крайне печальное, плачевное. Потому что, ну, как он формировался вообще, этот архив? То есть был список 1930 года. Потом в 67 году, по-моему, его обновили, что-то добавили, что-то убрали там и так далее. Потом он с возникновением независимости он автоматически перенесся на Украину. А документации по многим памятникам, кроме того, что они есть в реестре, практически нет. То есть нет ни обмеров, ни объекта охраны, да? Ну, ни описания, ни фотофиксации. И вот те памятники, которые каким-то образом реставрировались, или какие-то были заинтересованные заказчики, или там где-то город что-то хотел сделать, вот по ним какая-то документация была выполнена. По всем остальным это практически нулевое. И вот, собственно говоря, вот этот ИОП должен был, вот должна была быть предварительная работа, и мы говорили об этом, и архитекторы предлагали это, запустить через архитектурный институт, через наш строительную академию, там архитектурную, дать курсовые работы или работы в виде летней практики, чтобы студенты прошли и обмерили, в общем-то, зафиксировали памятники, которые у нас есть, чтобы мы хотя бы понимали это. Вот. Но ВОЗ и ныне там. То есть мы сейчас, они вот через колено пытаются опять протолкнуть вот эту халтуру, которая опять будет полно ошибок. И мы потом, а потом дальше приходит застройщик, да, на основании этого ИОПа будет приниматься опять новая корректировка генплана, новый зонинг. И это все будет на основании этого ИОПа. А дальше приходит застройщик. И ему контора, ну, городские власти выдают документацию на основании тех ошибок, которые у них есть. Угу. И это уже не вопрос застройщика, понимаете? Он добросовестный предприниматель, он обратился, ему ответили. Все. Они дали ему на это зеленый свет. И мы уже сталкиваемся, вот как по даче Мразли, перед фактом, когда уже забор стоит.
И мы теряем объекты. Мы теряем объекты один за другим. Потом есть очень такая сомнительная норма, там вообще непонятно. Я считаю, что вообще этот документ, честно говоря, надо отправить в антикоррупционные органы, чтобы они проверили его на предмет коррупционных моментов. Вот документация вообще... Складовых. Складовых, да. Потому что вот есть такая норма, что если в квартале... Вот у нас есть центральный исторический ареал, да, там высота 18,6 межквартальная и угловые здания 21,3. Значит, и вдруг появляется такая норма, что если, значит, в квартале есть пятиэтажное и двухэтажное здание, а между ними что-то застраивается, то оно должно быть усредненное. Почему усредненное? Где это написано? У нас есть норматив. Это кто будет решать? Будет чиновник из архитектуры решать? То есть, ну... Это абсолютно как бы неприемлемо. И мы считаем, да, и что еще важно, что это основополагающий документ, местобудивная документация, да, градостроительная документация. Она по закону должна пройти общественное слушание. То есть одесситы должны увидеть, что у них, вот если я живу в доме, я хочу рядом увидеть, у меня памятник архитектуры, хочу увидеть, что у меня рядом. Вот что у нас получилось по типографии Фисенко? Мало того, что Штербль в свое время аннулировала статус памятников непонятно каким образом. Вообще ее надо привлекать к суду за это, потому что это абсолютно криминальная история. Так вырыли же котлован сейчас прямо в обрез с памятником архитектуры, который стоит рядом. Прекрасное здание. Но оно тяжелое, оно пятиэтажное, ему 150 лет. И им прямо под обрез вырыли фундамент. Что будет с этим зданием после того, как загрузят рядом? Еще сваи начнут бить. То есть, если мы хотим сохранить город, это должно... Да, я согласна, город должен развиваться. Я согласна, что у нас много есть ветхих строений в городе. Но это должен быть скальпельный подход. И это город должен определить площадку, учитывая все составляющие вокруг, взять на себя эту ответственность, объявить конкурс. Определить по градостроительным нуждам, что там необходимо. Может, там сквер нужен, а может, школа, а может, детский сад, а может, поликлиника, а может быть, и дом, понимаете? Но определить и дать через конкурс, и по закону у нас должен быть конкурс. Но город не идет на это, и все время идут вот эти подковерные игры, и потом они обижаются, что по Одесскому горсовету куча криминальных дел. Ну, ребята... Мы живем в 21 веке, все прозрачно, на прозоре все видно. Вы все под лупой. Если кого-то из вас еще не взяли, то вы готовьтесь и сушите сухари. Дякую за відповідь. Рухаємося далі. Ну, не можна запитати, бо це тема наших кожного нашого ефіру. Це кардіологія, так, третя лікарня. Вже якісь є там новини по ній? Да, у нас есть новини. Значит, идя на встречу по желаниям трудящихся в связи с тем, что ковидных больных мало в городе, запустили с понедельника, по-моему, плановую кардиологию. Но сделали... Спочатку закрыли, а теперь уже открывают. Плановую кардиологию, но делают все как обычно. Вы, да? Радите, чи у вас якийсь сарказм? Сарказм, да. Конечно. Потому что, скажем так, уничтожить такую клинику, в которую надо было купить один на город ангиограф, и запустить кардиологический центр региональный, уничтожить ради того, чтобы дать, так сказать, коммерческую преференцию Святой Екатерине, и после этого сейчас открывать плановую кардиологию без... Более того, сейчас еще в больнице, вот сегодня на 12 часов дня, еще два было больных ковида, а с понедельника уже загружают кардиобольных. То есть ни санации, ни автоклав для сушки, ну, для просушки подушек и постели, он вообще поломан давным-давно. Да? Он давным-давно поломан. То есть на вот эти теплые еще ковидные постели загружают сейчас ковидных больных. Ну, это просто вот за гранью добра и зла. В советское время, хоть оно там плохое или какое, но за это бы судили. Понимаете? Это, наверное, бы никому в голову не пришло такое делать. Вот. То есть это говорит о полном... непрофессионализме руководства города
и, в частности, руководство Горздрава. Значит, и что у нас получается? Вот вы помните, начиная там с 19 года, с 20-го у нас и Себов, и Якименко тогда, и, в общем, весь горсовет устраивал там нам в кинозале на Косовского, показывал нам картинки, как у них здорово будет кардиология по трем лил-больницам, значит, в Еврейской 40, но они там так и были, вот это отдельно стоящий старый корпус, он так и был там в глубине двора. В этой в десятке там на 40 человек и в 11-й больнице на 20 человек. И что все будут с ангиографами, и все будут оказывать вот эту помощь при инфаркте миокарда, при стентировании и так далее. В общем, потому что если больного привезли, то у него может быть все, и вот будет комплексная помощь. Ну вот, отныне там. Отделение еврейское, как было, так и есть в глубине двора, которое в реанимацию надо вести зимой через весь двор, если что, с больным. В 11-й вроде бы там было 10 или 20 коек, но там же отделения не было, и специалистов не было. Но они пытаются что-то там наладить. И в десятке вот это отделение, в которое вбухано куча денег, до сих пор не открыто. Ангиограф не куплен нигде. Вот. И Одесса опять на этот год осталась без пакета кардиологической помощи населению. А чему? Ну, потому что нет ангиографа, в первую очередь. А чему очередь. Его нема? На моей кошти, ну, не может зрозуметь. Ну, это вопрос к руководству города, понимаете? Это вопрос к Бедреге, к руководству города. Вот Бедрега вот каким-то образом, начиная с 16 года, рассказывает, что вот, ну, Одесса не может купить этот ангиограф никак, понимаете? Ни планово, ни непланово. Они давали заявку в НСЗУ, им вроде бы не выделили. Но я думаю, что если бы был один кардиологический центр, где сконцентрировали бы и специалистов, и оборудование, то это вполне было посильно бы городу, понимаете? А когда у нас есть коммерческий интерес в Святой Екатерине, и ургентация идет через Святую Екатерину, где люди платят, вот из кармана достают деньги, влазят долги и так далее, мы же уже рассматривали эти примеры, и они продолжаются, то понятно, что, наверное, неинтересно. Вот. Но то, что открыли отделение, плохо, худо, бедно, опять-таки вот сейчас стоит вопрос. Если пакета кардиологической экстренной помощи нет, это дорогостоящий пакет. То есть вы понимаете, что государство выделяет на это деньги, а одесситы не могут эти деньги получить. То есть они эту помощь не могут получить бесплатно от государства, потому что у нас нет условий, нет больницы такого уровня. Вот. Но вот то, что сейчас открывают, ну, посмотрим, как оно будет работать, и мы будем все-таки добиваться, чтобы на эту больницу выделялась именно бригада и кардиологическая помощь, вернее, оборудование. Потому что кардиология без реанимации, без вот этого прибора, ангиографа, ну, она не имеет смысла. Ну, что мы будем? Это обычное терапевтическое отделение тогда, понимаете? И более того, оно по пакету достаточно мало субсидируется. И поэтому может возникнуть такая ситуация, что просто будет мало денег, естественно, сокращенные штаты, сокращенные услуги, мало оборудования, и постепенно оно сойдет на нет, потому что, как бы, такого уровня кардиологическая помощь городу не, ну, в современных условиях не нужна, понимаете? Поэтому ну вот мы посмотрим, как они закупят оборудование. К этому оборудованию еще нужны специалисты. То есть на каждое это отделение, вот в ЛИЛ, нужно специалисты, которые работают в круглосуточном режиме. Специалисты высокого уровня. То есть это и кардиохирурги, и так далее. Но пока что такого количества в городе, конечно, нет. То есть на каждую больницу надо 4 комплекта. Угу. Сутки через трое уже люди работают, понимаете? Да. Есть же нормативы. Вот. Поэтому пока что ВОЗ и ныне там, смертность растет, никого это не интересует. Ну...
Маємо, що маємо. Ну що ж, дякуємо за відповіді. Я нагадаю, що сьогодні гостею програми «Наодинці з усіма» була голова громадської організації «Захистимо Одесу разом» Наталія Петропавловська. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.